Доброго утра, ребята. Что хочется сказать. Походу вы все джиперы. Кто 4x4, кто заднеприводный. Но джиперы точно все. Потому что сообщений миллиард. Большинство топит за песок. Многие топят за пиво. Полный кузов. Кто-то за покрепче. Вот. Дальневосточники все пишут про бетонные плиты. Было даже предложение залить кузов ровно цементом, а весной вытащить эту цементную грузформу. Вот, но вопрос следующий. Это вопрос важный. Ранее вопрос. Я прикупил себе USB модем для ноута, чтобы серийки заливать из всяких глухих мест. Там что-то делать иногда, чтобы не раздавать Wi-Fi с телефона, не всегда это удобно, бывает нужно уйти, а процесс должен идти. Так вот, какого оператора взять, чтобы это был не Билайн, потому что у меня сейчас Билайн, и там, где я обычно пользуюсь интернетом, Билайн не работает. И чтобы не была постоянная конская абонплата, потому что я не так часто этим пользуюсь, чтобы, так сказать, не платить по 1500, там 1200 в месяц и не пользоваться, чтобы в минус не уходило. Вот. Что взять, ребята? Расскажу вам, что происходит на Мечковской земле. Грузовик, проходимость 0. В него сейчас кидают бетонную плиту, за него цепляют вон те колеса и едут укатывать трассу, чтобы ее заливать в лед. Это значит, мы скоро поедем на шипах. Решил тормозилки свои проверить. Все притянуто, все прикручено. Есть какой-то иногда цик-цик-цик непонятный. Но, я думаю, притрется. Вы как считаете, притрется? Новый год у нас красный. Я думаю, может быть, через полчасика, через часик тестовый стримчанский сделать из бокса, так сказать, проверить оборудование. И вообще вспомнить, как это делается. Как считаете, сделать, нет? Так, тестовый. Часик поболтаем. Ребята, добрый вечер. У нас тестовый уже второй прямой эфир на YouTube-канале. Ссылочку прикрепляю, присоединяйтесь. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Подведем итоги по выбору мобильного оператора для USB модема. Значит, основные все писанины идут у нас за Мегафон, за МТС. Следом идет Теле2, Йота. Про Йоту даже больше хорошего написано. Про МТС народ много пишет, что частенько снимают непонятно за что бабки, в минус уходит симка. На Мегафоне, мне скинули один приятный тарифчик, 70 рублей в месяц, в день. Пользуешься — снимают, не пользуешься — не снимают. Без ограничения получается скорости. Я думаю, я Мегафончик, наверное, сейчас такой на тесты возьму. Вот, обкачайся, тариф называется. Это я чуть было сейчас не пролетел заправочку. У меня же бензосос мой хавает. 1000 в день, а то и 1200. Эти все разбирают там, тра-та-та. Все, взял симку. Если что, звоните мне на модем по этому номеру. Там будет пип-пип-пип, телепип. Рядом Теле2. Взял.